Ребята, смотрите, смотрите. 2 рубля. Как раз на шоколадку не хватало. Круто. Капец, как повезло. У тебя старший брат. Мятин, ты что такой серьезный? Да у меня шоколадка в какашку упала. Вот думаю, что с ней делать. Дорогая, купим чипсы. Ой, ну ладно, ладно. Ура! Тогда купили чипсы. Дорогой, я дома. Что за... Так жрать охота. Галя! Чё? Жрать. Галя, жрать. Галя, жрать, Галя, жрать. Если ваш муж или сын хочет поесть, купите ему доширак. Эй, Минас, лови. Доширак, сытный обед. Да, нет. Да. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Ух ты, машина. Когда Смайлик сел в машину? Ух ты, какое видео смешное. Ой, ну что там еще? Че вам надо? Девушка, бегите быстрее, здесь машина взорвалась. Да пошли вы на... Прощай, наша встреча была ошибкой. Смайлик, сходи в магазин, вот деньги. Хорошо, Смайлишем. С вас 90 рублей. Как 90, на ценнике же 50. Я не знаю, у меня так касса пробивает. Тогда поговорите с моей женой. Алло. Я вас придушу. Бери все бесплатно, только уходи, пожалуйста. Так, быстро пошел смотреть мультик про хорошие манеры. Ой, ну ладно, ладно. Ну и что тут такого интересного? Стоп, этот мультик уже закончился и начинается уже другой мультик? Ну ладно, посмотрю тогда еще другой. Ну... Чем ты научился, когда посмотрел мультик про хорошие манеры? Курить, материться и говно об тебя обмазывать. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Смайлик 2D, так сказать, Смайлик 128. На канале Завен Барсигян была выложена реклама печенья Яшкино. И мне это видео очень понравилось, я даже лайкнул. И я заснял пародию на эту рекламу. Сейчас покажу. Ты это мне... Опа-на! Тут не чаепитие, тут борьба! Печенье Яшкино покупайте. Очень вкусно. Очень. То есть должна эта штука разбить эти стекла, я так понимаю? Чупа-чупс страйк. Он настолько вкусный, что даже бомжарка не может устоять. Хочу взять страйк. Чупа-чупс страйк. Очень вкусным. Контрольная работа. Убрали все спад. Сели по одному. Пойдет. Фильм Найта Шьямалана «Поворот». О, какой поворот! М. Найт, в кладовке! Блин, господи, я только хотел чашку сахара попросить! Вот это поворот! Сможешь сказать имя фамилию наоборот? Да, конечно. Даня Милохин. Милохин Даня. Владимир Путин. Путин Владимир. Ольга Бузова. Бузова Ольга. Лена Головач. Головач Лена.
Дон Яган. Яган Дон. Скажи мне, пожалуйста, кто в 1812 году захватил Москву? Не знаю. Наполеон! Торт захватил Москву? Какой торт? Это человек! Наполеон это торт! Я его ел на юбилее у бабушки! Хорошо! А кто раньше правил Римской империей? Кто? Цезарь! Салат правил Римом? Какой салат? Цезарь! То есть ты хочешь сказать, что торт захватил Москву, а салат правил Римом? Да! Это жрать не буду! Как вкусно! Всем привет, мои дорогие подписчики! Я вас всех с Новым годом поздравляю! Вам желаю всем добра! Чтобы в вашей жизни было много счастья, волшебства! Юрик! Юрик! Пойдем кушать! Ой, иди в жопу! Ты че так с отцом обращаешься? Ой, кажется, я накакал. Да ты дебил, Олежек! Ой, кажется, я накакал. Ты че сказал? Нападай на меня! Ай, бля! Нападай на меня! Квадратный!